Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сергей, моя фамилия Степанченко. Я сегодня был в прямом эфире с вами, слышал, может быть, что-то хорошее, какие-то отзывы, и точно так же пытался донести мысль, которую Бог вложил в мое сердце в отношении всех происходящих событий. И хотелось бы сделать вам, ну или оставить такое пожелание. Бог сотворил нас не просто для того, чтобы мы прожили свою жизнь как-нибудь. Я глубоко верю, что Бог призывает нас к великим целям. Твоя и моя жизнь должна быть насыщена Его присутствием. Поэтому, что бы ни встречалось в твоей жизни, какие бы ты ни проходил трудности, запомни, это дано тебе только для того, чтобы сделать тебя сильнее. Смотри вперед, смотри в будущее, стремись к той цели, которую Бог вложит в твое сердце. Найди эту цель внутри себя. Определи ее и сделай все возможное и невозможное, чтобы достигнуть этой цели. И самое главное, помни, Бог с тобой, и Он никогда не оставит тебя. Пусть Бог тебя благословит. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.